В борцовском зале «Кайрат» в Кокшетау стартовал чемпионат Акмолинской области среди юношей и девушек по хазах-кресе. В этом соревновании среди молодежи и подростков приняли участие 160 претендентов. На ковре юноши соревнуются в весовой категории от 46 до 82 килограмма. Спортсмены прибыли на соревнования с хорошей подготовкой. Я этим спортом занимаюсь 7 лет. Ну, здесь есть прием, тактика, типа ловкость, там, разминки, броски. Известно, что определить борцов, которые отправятся на чемпионат Республики Казахстан по казах-куресе, будет непросто. Состоится он в начале февраля. Каждый район и город представили своих сильнейших борцов за право на победу. Юноши и девушки, выступающие за первенство в области, сильны. Каждый борец надеется на приз и победу. Сразу заметно, что подготовка велась системно. Именно поэтому жюри внимательно следит за ходом борьбы и дает справедливые оценки. Областное первенство по казах-куресе среди подростков и молодежи завершится завтра. Вероника Цветкова, Каламбек Мухамеджанов, Сабырбек Шериазданов, Кукше, Акпарат.